Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в драконы, всадники Олуха. У нас второй день, и мы забираем 25 миллионов рыбы. Окей. Здесь нам ничего не нужно. Детеныш Громгильды. У них тут у всех детеныши, папаши, кого тут только нету. Так, что нам принес Беззубик? 33 руны, слушай, ну неплохо. Руны мне всегда нужны. Спасибо ему огромное. Так, у нас тут яйцо созрело. А, ну это у нас есть. Это у нас кто? Нету. Кораблекрушитель. Слушай, ну просто похоже яйцо на одного из драконов, который у нас уже есть. Так, ну что, давай мы его разместим. Пускай он здесь стоит, в принципе. А почему он не в воде, а где-то с краешку? А? Кораблекрушитель. Ты же должен быть в воде наверняка быть. Так мало добывает. Ой, как мало. Так, ну что, давай, наверное, мы с тобой начнем с паков, как обычно. Открываем бесплатный пак. Ну и потом, естественно, будет у нас еще рекламный пак. Здесь кревет, кошмарный пристеголов, древоруб, руны. Так, подожди-ка, вот этот, да, у нас? По-моему, именно он. Пускай идет, обучается. Нам нужно, ребята, ему поднять там какой? 51 уровень, да, для того, чтобы мы могли его дальше прокачивать. Так, и рекламный пак. Глянем с тобой сразу же. Так, монетки Одина. Шепот смерти, крылатый ужас. Так, смотри, как кто-то у нас, ребята, здесь выпадет. И это крылатый ужас. Ну, его, наверное, я сразу отпускаю, потому что у нас в наличии его дофига. Пускай летит. Да, я хочу отказаться. Так, ну что, сегодня мы допройдем. Ну как допройдем? Поиграем опять в события, ребят. В прошлой серии мы не успели с тобой пройти, потому что там слишком много. Нужно провести боев, а у нас, как говорится, энергия не безграничная. Есть какой-то определенный лимит. Так, опять сломанный меч. Что-то зеленая тень у нас захандрила совсем. Не хочет ничего нормального нам притаскивать. Так, приблизим камеру. Кстати, вот заметь, как больше драконов мы с тобой выставляем, да, вот здесь вот на наше поле, тем сильнее у меня начинает игра глючить. Так, может быть, отправить его? Сколько там нужно? Ой, не хватает. Блин, пипец, за одним железом, чтобы его отправить, нужно 450 миллионов древесины. Ну, это грабеж среди бела дня, друзья. Просто грабеж. Такие суммы заоблачные берут они, откуда? Так, давай мы тебя отправим за древесиной. Ой, зачем я? У нас же с рыбой перебор, я бы так сказал. Так, здесь уровень получает Громгильда. В плане расширить академию. А кто? А, там еще эти, наверное, да, обучаются. Скорее всего, они обучаются. Ну-ка посмотрим. В академке. Ну да, тут еще 9 часов, 2 часа, 4 часа, 9 часов. Офигеть. Как у них долго идет, конечно, прокачка. Игра действительно очень-очень стала неторопливая, понимаешь, да? Приходится тут очень много чего сделать. Так, Беззубик, давай-ка мы с тобой пойдем сейчас, наверное, защищать Олух. Сейчас мы здесь заберем награды. Так, янтарь. Тусклый, здесь тоже тусклый янтарь получаем. Еженедельная. Тут что-то тишина. И в наездниках тоже тишина. Откроем сразу пак. Редкий, который я заказывал. Вот он. Ужасное чудовище, шепот смерти, кревет, душитель, крылатый ужас, костолом дикарь и Громгильда. Ну что захрустело, затрещала игра, ну ё-моё. Понимаешь, что это за сбои такие? Так, подожди, куда я хотел пойти-то? А, ну естественно, да. Мы хотели с тобой защитить Олух. Оборона Олуха, да? Приобретите тусклый янтарь. Это нам не нужно. Нам нужна именно оборона, ребят. Ну что, начнем. Да что такое, блин, перезайти в игру надо, что ли? Что затрещало, захрустело-то?
Меня это бесит. Ну что, к бою, поехали. Ну, я думаю, с этим флотом мы с тобой быстренько сейчас справимся. Тут пропустить. Защитите Олух. Давай, Беззубик влетел первый. Следом Кревет. А этих мы сюда поставим. Пускай разбираются здесь. Вообще, разносим просто на изи. Ну, ты сам видишь, да? А раньше мы звездюлей получали, только шорох. Слушай, опять у нас три ключика с тобой. То есть фул награда получается. Сейчас будем скрывать. Надеюсь, тут будут шестеренки. Потому что мне нужны шестеренки на самом деле. Так, три ключа заработали. Заберите награды. Естественно, заберу. Вот, вот, друзья мои, шестереночки. Так, не хочу. Семь штук. Довольно неплохо. Так, я вроде бы как всех озадачил. Беззубика теперь можно, в принципе, отправить на задание. Ого. Штормовестница. Ну, кораблекрушитель у меня есть. И опять я отправляю его на поиски вот этого стража. Жутика. Это сородич Жутика, да? Правильно вы сказали? Пускай летит, короче. Ну, а мы с тобой идем вот сюда на события. Только для драконьих наездников. Еще 6,5 часов будет закрыто для нас. Но нам, слава богу, есть чем заняться. Поэтому поехали. Ребята, мини-боссик. Мини-боссик здесь нас поджидает. Давай посмотрим, кто там. Угу. Блин, мне нравится, как выглядит вот этот скалотряс. Обалденно, на самом деле. 12 уровень, поэтому мы его сейчас быстренько тут раскромсаем. Так, бомбим. И добиваем. Вторая волна. Вот это уже попасть будет. Ну, естественно, этот начинает первым ходить с какого-то перепуга. На. Так, тройной удар тут вскипишнул. Ничего себе бомбанул. Так, злобный змеевик. Хорош. Блин, нам надо этого ушатать как можно быстрее, ребят. Я чувствую, он сейчас звезда... О, сейчас будет суперудар, наверное, да? Нет, смотри-ка, не стал. А этот сейчас будет сюда, с пониженной броней может ушатать. Ха, уклонение. Найс. Получи. Змеевик. Блин, не добили. Чуть-чуть. Но мы выжили. И это круто. Ну-ка, что нам здесь выпадет? Ну, как всегда, рыбу нам подсовывает. Так, здесь мы проходим. Идем на холостой бой. А после холостого боя мы с тобой забираем пак. Ареновский. Седьмой, да? Получается, седьмой арены. Тут у нас что? Ну, естественно, начнем с дымодышащего. Лаврык, как ты знаешь, он у нас в последнюю очередь пойдет на разбор. Так что все окей. Ну что ты тут с жалом водишь? На. Так, сейчас начнет опять понижать броню нам. Как же без этого-то? Без этого ему никак. Обязательно нужно понизить. А мы можем вот так с тобой сделать. То есть, по идее, мы должны были усилить себе броню. Но так как у нас была пониженная броня, мы просто уравняли. Пришли в нормальное состояние. Ну что ты будешь делать, лавры? Кого бомбить? Так, это у нас первая волна, поэтому нам надо, наверное, здесь залечить раны. И продолжаем колбасить. Кто у нас на второй волне? Так, Костолом и Шепот Смерти. Шепот Смерти, на. Так, а можно, знаешь, как сделать? А зачем? Так не хочу я. Да что ты, блин, слепоту. Блин, я хотел, ребята, просто укусить. Я, видимо, уже нажал, да? И активировалась слепота. Ладно, фиг с ним. Давай сюда, наверное, понизим броню. Укусим.
Ох, сейчас будет разбег. Кого на этот раз? Штормореза, да? Добиваем этого ханурика. И этого. Все. Победа. Здесь забираем свои награды и смотрим, что нам. Прилив сил? Серьезно? Вот это да. Вот это спасибо большое. И забираем с тобой пак. Он сразу открывается, да, по-моему? Сразу же. Так, лаварык, шторморез, шипорез. И все. Мини-боссик. После мини-боссика опять холостой бой. И 75 рун. Да, тут такая длинная довольно-таки эпопея у нас идет. Я даже не знаю, со следующей серии, если мы, например, начнем, мы сможем допройти или все-таки надо будет еще две клепать. Смотри-ка, тройной удар черный. Это просто скин или, ребята, это действительно разные драконы? Он как влупил. На-ка. Сразу броню понизим. Так, громобой, ты не лезь лучше сюда к нам. Ех, молодец, кривоклык. Скрита ушатал. Понижаем опять броню. За счет того, что шторморез у меня понижает броню врагам, мы их так быстро разбираем. Так, давай хильнемся. Ну, здесь надо вот с этого начинать. С этим, с громорогом мы разберемся попозже немножко, да? Пускай он там что хочет делает. А мы вот сюда вот. Все силы. Такой ватник, фу. Разобрали его с полтыка. Даже хрюкнуть не успел. Теперь этот на выпендреж пошел, а? Посмотри. На. Все, да выеживался. Будешь знать, как на нас нападать. Давай глянем. И это древесина, судя по всему. Древесина 75 миллиончиков. Так, ладно, переходим с тобой на обычный бой. Заберем 75 рун, и потом тоже будет обычный бой. Так, здесь у нас шепот смерти, плюс как вот его увеличать, я уже не помню. Ветрокрылым я не могу его назвать, потому что это не он. Хотя сородич, 100%. На тебе. Так, добьем? Добьем. Красиво. Хрюкало, тут мяукало. Выпендривается мне еще что-то здесь, а? Ты посмотри. Так сделать. А, это первая только волна, да? Правильно, ребята. Значит, все у нас хорошо. Смотрим, будет суперудар? Не, ничего у него нету. Ох ты. Ох ты. Это опаснее будет парень, да? Ну, что ты будешь делать? Понятно. У него хвост дубина там целая, да? Понизим, наверное, броню ему. Теперь укус. Сейчас опять кого-то ударит он. Но он уже не жил. А, он хильнулся. Вот ты что делаешь. Решил похиляться, да, значит? Добьем? Да. Ну что, остается последний поединок у нас по энергии. Давай заберем. 5 рыба. Рыба, древесина, рыба, древесина. И так всегда. Забираем с тобой 75 рун. И переходим на этот поединок. Так, посмотрим, ребята. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Что-то как-то... А, у меня все, уже все. Наверное, тогда еще две серии у нас будут, получается, с поединками. Так, здесь что-нибудь можно обменять? Нет. Руны я тратить не хочу. Мы можем пойти с тобой еще на арену, в принципе. Почему я не активировал, а? Скажи-ка мне на милость. Такое впечатление, что где-то что-то мы пропустили. Цветочек будет только через 4 часа доступен. Да вроде бы как все взяли, все везде, да?
Давай не скрипи там, а иди добывай. А ты что сидишь, прохлаждаешься? Давай за рыбой вперед, с песней. Что у нас тут за новости? Так, новая версия уже вышла. Залетайте на форум, чтобы узнать подробности. Новый сезон, новая стая. Подписывайся на новостные рассылки. Так, временные события. Да, шикарные награды, ребят. Что я могу сказать? Кстати, давай посмотрим по бабочкам. Там мы уже давно, кстати, не смотрели, сколько у нас вообще их накопилось. Ага, 4500. Сколько дней еще будет длиться? 23 дня. Да тут можно накопить, наверное, на грязнулю. Может быть. Летака. Так, ресурсы. Кстати, подожди, изваяние. Сколько у нас, ребят? 48 светлого янтаря. Что-то я не туда, куда я зашел-то. Что я хотел? Я хотел посмотреть... Что мы можем с тобой за руны взять? Вот что я хотел глянуть. Не за руны, а за монеты Одина. Крепкошкур, ничего себе. 490, это у нас экзотический кипятильник. А что он так дорого стоит-то? Он у меня уже давно-давно есть. Набор классический. Что у нас тут? Ох, ёкаламане. Смотри-ка, мы можем с тобой... Слушай, если мне не выпадет... Шелкопряд. Вот ночная жуть, по-моему, у меня есть. Дрожжезуб тоже есть. Вот зевуна бы я хотел получить. Слюню, слюня. И убивашка, ну такой шанс маленький, смотри. 2% всего лишь, что тебе выпадет он. Рискнем, друзья мои. Так, 185 рун. О, железо. Гребешок и ночная жуть. Ночная жуть же у меня есть, насколько я помню, да? Даже не одна. Не буду я тебя размещать. Подожди. Мы в ангар спрячем его. Да, отправляем в ангар. Надо потом будет как-то их, ребята, распетрушить. Ну, я имею в виду, распылить. Они так просто место у меня занимают в ангаре. Ну что, пойдем тогда сходим с тобой на арену. Так, 15-й разряд у драконов я смотрел там, да? Ну что ж, давай. С кого начнем? Я думаю, что надо вот с этого. С ужаса начинать. Крылатый ужас. Ну что-то там. Хе! Мазила с Нижнего Тагила. Так, ну а ты чё? Вот выпендривается, а? Давай, наверное, вот так вот сделаем. Слабо укусили почему-то, ребят, несмотря на то, что у него пониженная броня. Интересно. Так, ударим. Сейчас захиляемся. И укус. Что-то кривоклык у меня что-то бомбит. Слабовато, тебе не кажется так? Может быть, то, что на нем была вот пониженная атака? Может, из-за этого все? Кто тут? Кревет? Ага, шипорез. И опять же громорог. Ну, я начну, естественно, с кревета. Блин, это тоже гаденыш еще тот. Блин, наверное, я неправильно сделал. Надо было немножко по-другому. Потрать энергию. Отлично. Усилил еще себя, а? Ты посмотри. Нифига вы там бомбите. Хорошо. Великолепно. Так, кусай его. Будет бафать, наверное, да, сейчас? Нет. Все, кривоклык, по-моему, мы с тобой прощаемся. Нет, еще живет. На тебе. Успеем, интересно, завалить или нет? Не успеем. К сожалению, ладно, фиг с ним. Кривоклыка мы потеряли, но битву-то выиграем. Главное результат.
а не то, что происходит во время битвы. Ну, а здесь тоже такая довольно неслабая команда. Ужасное чудовище, да? Плюс громобой, ну и пристеголовый. Как же без него? Он практически везде присутствует. Промахнулся. Фу. Хорошо, что я теперь не промахиваюсь, а? Построил в свое время изваяние и доволен как удав. Что, добьем, наверное, да? Громобоя. Ну что ты там будешь делать? Понял. Эть. Смотри, что творят. Блин, я хильнуться не могу, прикинь. Я не могу хильнуться. Ну да, мы потеряем Барсика с тобой. Барсик, пока. Будем скучать по тебе. А этот сейчас опять будет пламенем жарить. Смотри, что творит. Ну-ка. Надо его быстренько распетрушить. Совсем, смотри, оборзел. Хорош уже парень. Остынь, малька. Вот так вот. Открываем пак вождя и смотрим, что нам выпадет. Так, душитель, крылатый ужас, громобой. Интересно, я могу прокачать шепот смерти и экзотический дымодышащий. Грозокрыл? А у меня грозокрыла, по-моему, нету. Так, секундочку, грозокрыл. Вот он, да? А где он вообще, ребят, берется, откуда? Уникальный. Подожди-ка, информация. Где тебя взять-то, парень? То есть только купить за руны и все, что ли? Больше никакой возможности нету? Да ну. Да какой-то трындец, ребята. Кревет Дагура. Глыба. Столько драконов, которых у меня еще нету. Хофера нету, он уникальный. Вот где вот его взять, ребят? Без понятия. Крушиголов, шипорез. Вы хотите сказать, что они... Чего? 85 уровень требуется? Че себе? Да, кошмарный пристеглов. Это все у нас на прокачке идет. Вепря тоже, по-моему, да, нашего барса. Барсика надо прокачивать, да, до 51 уровня. Громоль-защитник, наверное, тоже улучшаться должен до 24 уровня. А какой у него сейчас уровень идет? Блин, что-то я не вижу. Какой у него уровень сейчас в данный момент? В общем, качаться, качаться, еще раз качаться, да? Выпал нам, ребята, обычный вот этот вот пак. То есть можно, конечно, пойти еще подраться, но все ячейки заняты, смысла нету, ребят. Причем, знаешь, что самое удивительное? Почему у нас не идет дальше, как тебе сказать, арена? Ну, не продвигается. То есть, видишь, арена 7 и все. Вот ранг вояка, как его получить? 1000 рун сразу накинут. Ранг вояка. А, вот что, нам нужно будет с собой 34 тысячи кубков. Ранг боец, ранг воитель и ранг берсерк. Хускарл. Чемпион, 150 тысяч чемпион, 5000 рун. 300 тысяч кубков. Мама родная, это трындец. Так, ну что, ребят, забираем последнее и будем закругляться. На сегодня будем закругляться, но обязательно продолжим играть уже в следующей серии. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.